сих пор мне дает и пример. Я думаю, не только мне, и Рафику, и моим другим, и Лене, и всем, его внукам. Просто посмотрев, как вы сказали, на семью, можно посмотреть то, что все плоды от его зерна расцветают правильно, и все-таки ж, есть на что посмотреть, и плохого нет. Пускай будет его душа ближе к Богу, и спасибо за внимание. И вам спасибо.